Вот уже многие годы я делаю вид, что женат. Я знаю, что это неправильно, но зато никаких обязательств и никто не страдает. Жена бьет меня на глазах у детей. Нет! Мне кажется, я нашел свою вторую половинку. Это ты сказал или у меня галлюцинации? Я возьму твой номер, а ты пригласишь меня на свидание, да? В кармане есть визитка. А... Что это? Кружок. О! Скажи ей правду. Потренируемся. Ты это она. Ну давай, минутку. Ну так вот, я ношу это кольцо. Ты свинья. Скажи, что ты разводишься. Все кончено. Я хочу услышать это от нее. А можно она тебе смс-ку пришлет? Сама не верю, что я это делаю. Нужно создать впечатление, что у меня шикарная бывшая жена, а не это. Ладно, без проблем. Это она? Кажется, да. Посмотрите-ка на них. Я вас благословляю. Ой, надо подружкам написать. Господи, я забыла, вам же 15. Ау! Это ты меня ударил? Нет, ты ее ударила. Как ты могла? Алло? Доченька, не надо продавать вещи брата в интернете. Мне это не нравится. У вас есть дети? Ну, у нас, есть немного, наверное. Погнали! Моих детей? Ты что, совсем обалдел? Хотите притвориться моими детьми? Отвезешь меня на Гавайи, поплавать с дельфинами? Абсолютно исключено. Тогда ищи других. Ради этого я бы тоже семью придумал. Ну, типа, обнимите меня пару раз и посмейтесь. Сейчас приду, хорошо? Мы поняли. Притворись моей женой. Как долго вы женаты? 10 лет. 8 лет. 10 лет. Очень долго.